Укрепите свои сердца, и ваши души воссияют. Лучше гнев небес, раз, давай. Почему я не показываю, сколько человек здесь, Миша? Ну, не знаю. Сломался, наверное, каунтер. Сейчас пусту. Человек. Чё? Где человек? Угу. Бейте, пожалуйста, мой таргет, я солтан кузе, блин. Что там маг где? Блять, дай на 30 минут Дай на 30 минут кулак по друидам. Там сова все равно, и по 5 ему не надо. Рога, сними вторую ловушку, пожалуйста. А роги не могут снимать ловушки на выстрелы. Что, роги не могут? А роги здесь не могут снимать ловушки на выстрелы. Он не снимет. У них рейндж срабатывания больше, чем у разбойника дальность снятия. Там то ли символ, то ли что-то есть же на дальность. Нет. Там символ не на дальность, а на мгновенное применение. Это большой гриф на мгновенное применение? Маленький. Я в коконе. Они не снимаются, блядь, эти ебаные коконы. Я мимо моба шел, наугад шел, он бы я шко выпал. Где? Ну, кольцо вон выпало. Там в начале еще.
почему мне не показывается? Ваха выиграл кольцо 264 на ДД. Ага. Мне тоже что-то не показывается. Но... Которые хитовые, что ли? Да, да вы без ренжи, потому что были он того. Въебали. Ну вот это. А, короче, сразу ответственный. Миша, давай рыбку. Ретрик, бафы, кулаки МП5, Егор, каски, Ретрик, возьми третью ауру, Егор, возьми лед. Все стоим за боссом, шипы... Ну, Ретрик тут шипы залет, а уешки. Гера с пула, Егор на... Короче, Даша Майса по команде. Мак, дай столик. Мак, столик, дай, и тут же рыба столик. Да надо, чтобы на трэше отхавываться. Между пачками. Сейчас смотрим депс. Пару дней надо это комп ребутнуть, это маг. Подождете 5 минут буквально. Ты столик покурить. Сначала дай, братан. Ну я уже все, я уже ребутаю. Зайду, поставлю все. Давай быстрее только. Курите 5 минут пока. Я только про щит говорил на это, на прото. Ну тут, типа, если тебе только щит надо, тогда ладно, если он никому тут не нужен. Хотя он тут никому не нужен, на самом деле. Ну, я что и спрашивал, в принципе, так-то мне на ДД в основном-то, что протик-то собран, в принципе, более. Ну вот, если тебе только щит, тогда ладно, ничего страшного. Если парни кто-то ролит еще на успех, пишите канал Роу выше, поднимитесь глазами в канале Дискорда. Прямо сейчас отписывайте, кто слышит. Если ролите на офспек. Я бы пролил бы на офспек до лича, а на личе уже на мейн. Не, бро, так не работает. Ты либо сразу ролишь на офф, либо сразу ролишь на мейн. Потому что нема нихуя на сову с первых боссов вообще до лича только. С лича только пушка и все, и пиздец. Не, ну ты смотри, что тебе по приоритету важнее, если лича, так ну пиши, да. Что тебе с лича. Просто такая ситуация, что щит никому не нужен. Понимаешь? Щит никому не нужен, мы его либо диспелим, либо вот мы типа отдаем. Ну, протика. Тут такая ситуация. А если ты ролишь типа шмотки прямо, то ну, то извини. Что-то выбрать придется. Да будет как обычно, я иду, блядь, с ровом на танка, падает все нахуй на РДД, иду с ровом на РДД, падает все на танка. Заебала бывает, эта хуйня. Бывает. Да это не одно КД уже такая хуйня, я уже 5 ВК закрываю, блядь, с ровом на хила, падают шмотки от танка. Иду с ровом на танка, падают шмотки на хила. Просто пиздец, блять, идешь с вам на хила, падает ебаный плащ, тыня, короче, блять. Постоянно.
Мне надо ебаный хардкап мастерства на медведя добрать, я не могу, плащ не выпадает. А чё тебе хардкап зачем? Танковать лича в 25-ке. Ну. Там же если полихаст прилетит, там сразу отрывается ебальник. Я тебе так скажу, на лича нет полихаста. Но если на сервисе нема, значит сервис помойка. Ну, полихаст только у драконов. Нет. Нет. Где доказательства, что нет? Я видео. На Офе убивал лича в героике, без нерфа. На Офе нету полихаста у лича. Есть. Доказательства. Это сказки все. Где доказательства? Интересное суждение у вас. Где доказательства? Нет, тут нету. Я бы тебе привел бы логи, но сайт с логами умер. Ну вот есть и логи, а ты что такое жнец душ знаешь хотя бы? Да. Ну, и что ты думаешь, жнец душ это полихаст? Нет. Ну так, а кроме жнеца душ, все атаки там 2 секунды. 1.9 и 2 секунды. Под замедленным на 20% скоростью атак. Так что, ну, было бы заебись посмотреть. Ну, логи из Сируса есть хотя бы? Сирус вроде работает. Сирус не пишет логи. Ну так можно их самому написать, наверное. Я утверждаю, что парихаста нету. Ни логов никогда не видел, ничего, только сказки. Парихаст есть у драконов. У Синдрагосы, у Халиона. У Сапфирона. У червей там каких-то ВВК есть. У лича нету парихаста. Ни у одного босса в целка нету, кроме Синдрагоса. По-моему, то ли у леди, то ли у кого-то есть. Ну, смысл, она кастует. У всех боссов, которые гуманоиды, есть парихаст. Включая лича. Это откуда у тебя информация? Не, бро, посмотри видос Парагона в 25-ку ГХМ. Еще, и как ты определил по видосу, что там парихаст? Там 2000 лича сразу в ебальник прилетают ему. Что он почти у танка ебло отлетает. И там наверное, ни жнец душу не было, у него не было в дебафах жнеца. Да не, бро, убили хрень. Да не, ну, это все сказки. Я захожу вот уже, на все. Парихаста здесь так. Мобили с гильдии лича в хрень. Все гугл кап. Варлок, парихаст это такая шляпа, когда босс парирует атаку, у него откатывается таймер автоатаки, и он дает следующую автоатаку мгновенно. Ну, не откатывается, а он дает быстрее ее на 30 с чем-то процентов. Нет. Ну, ты почитай сначала инфу, потом я уже... Я тебе могу привести доказательства софа. Так, а мы сейчас где играем? На Сирусе. Парихаст на Офе, у драконов только. С чего ты взял, что он у всех подряд? Это, ну, сказки. Я ж тебе говорил, зайди, поиграй на Офе и увидишь. Зачем собирать мастерство только для того, чтобы было больше ТПС? А вот этот парихаст... Маг, дай столик. Сначала... Давайте все тут. Все, пацаны. Потом после рейда пообщайтесь, если вам интересно. Парихаст, не парихаст, мне вообще похуй. Ну, пруфов нету, куда общаться. Я бы тебе дал бы пруфы, если был бы сайт с логами живой. Но он умер 4 месяца назад, что я сделаю, блять. Рога. Разбойник. Да он хули послушал, походу, дело дает. Отвалился. На ебаном силосе даже у игроков полихаст не работает. О чем тут говорить, нахуй? Это Гера с пула будет? Да. Просто как-то интересно, спорили, потом в итоге пришли к мнению, что на Сириусе его вообще нет. Я же говорил, у драконов. Он есть у некоторых боссов, но на Сириусе нема парихаста у игроков, хотя он должен быть. Да, блядь, при чем тут игроки? Мы вообще с тобой о Личе говорили, о Мишке танке. И я себе говорю, гуманоиды и драконы да, всегда имели на Офе парихаст. Давайте босса бить, пожалуйста. Все, давайте, ребяточки, все уже реально. Маг, чего не хватает? Все, давай, Миш, дебэмпул.
Все фласки выпейте там, маслом обмажьтесь. 4, 3, 2, 1. На атаку пульте только. 1. Гера. Все под босса встаньте, под жопу. Хан, ты можешь поближе встать. Когда шип выбирает таргет, escape нажимайте. Босса из таргета уберите, иначе вас хилит реально. На роги разбейте. ДПС нормально. Не, ретрик чирик он дает. Егор, как только первые лужи будут, Эма и Сакра. Все, давай, Эма, Сакру. Не стойте в лужах, не купайте Серша, муди из-под босса. Уйди из-под лица, ретрик. Мак под жопу. Егор, маг под жопу боссу. Маг шип через 3 секунды. Молодец. На холи палер. Ну ладно, я тогда буду ловить на танках, хуй с ним, блять. О, кстати, я не сказал про ролл, ребята. Ролл в дискорд канале. Напишите, на кого ролите, если на успех. Все, пошли трэш чистить. Миша, 12 косарей. Депутс хороший. Не знаю, что тут собрались смотреть вообще, типа тут, блядь, шипы, нахуй. Бегать надо, блядь. Босс странно, просто. ПС не видит, не шипы. Ладно. Что, давайте квест будем делать, ну? Конечно. Поэтому... Маг будет шипать просто. Хорошо, маг и... Чем ты мне это пишешь, Егор? Милики тоже можете подходить бить, это не тот, ты не можешь. Посмотрите на свои руки, задумайтесь над нелепостью их строения. Кожа, мускулы, кровь. Резлик помощника гриппу и сразу стан у него. Ретрик, дай стан. Рога, ты тоже можешь бить, когда на нем. Я знаю, бля, я же город дождик отошел. Миша, чекай, боешь. В группу хотя бы поставь свой раз, чтобы боевка все. А, у вас боев же это, анрол, да? Анрол у нас боев. А, ок, все понял. Редрик, есть что ты не написал, что на танк ролишь? Нет, я же по щиту только спрашивал, так-то мне на ретрика. Если, ну, щит, но в спек там, ну, что можете забрать. Если никому не надо, я про щит только. Ну и с прота мне ничего не надо. Ну, Холли Пал еще тоже будет роль тогда щит. Ну, я тебе просто как пример приложу. Все, не вопрос, не вопрос. Ваш шоу просто будет считаться одинаково по приоритету. Помощника забейте. Я и спросил вначале, кому щит с этого, с кораблей, если надо, не надо.
Нерел, можно на Аркане посижу на боссе? Ну, посиди ты, сбойник, ход, естественно, не трэш. Миша, уйди. Разбойник? Сова сразу контролишь. Я на боссе, правильно, Миша? Да. Миш, забери боссов в медведи быстрее. Еще пуль. Жирная жопа. Как там называется? Это скилл господства разума, по-моему, блять, не помню. Да. Господство да. Надо разумом. Аркан на тебе. Добавить его. Или вообще в десятке обычки контроль не берет, я уже не помню. Берет. Шаман. Че, ты просто знаешь, пусть стоит это, пока я не даю этого. Дарнован. Мак, ты просто шибку дай и все. А, мне шипать? Может, бля, пусть да. Редрик пока я не даст, у него вкачано. Не, на лестницу ведете и просто там шипнуть. Вот, там. Сюда, ну, ладно. Только тогда заносите заранее, я хуй знает, когда он выходит. Он первый выходит. Пула прям? Да. Или с первыми мобами? С первыми мобами. С первыми. Бля, напомните, а тут МК кидается или нет? Да, да, кидает. Нет. Бля, в десятке, по-моему, нет МК. Я не знаю. Не кидается. Отпей ману, Егор. Хант отпей ману, Егор отпей ману, тебе вообще нету. Оно кидается, просто босса слишком быстро переводят. Нет. Что оно не кидается? Вообще не кидается здесь. Хант, Рога, Аркан на боссе, Ретрик, Таун, дашь Дарнована, отведёшь его на лестницу, маг, запомни цель, шип по КД. А где он будет, Дарнована? Вот отсюда. Вот в десятке. Слева. Ротация у нее есть в десятке господства. Вы это слышите? Если вдруг, короче, что-то кидается, вы меня там поднимите, похуй. Там моб красный, да, обычно получается выходит? Да, Дарнован. Дарнован, да, слева. Будет. Просто там от него и на этот, на лестницу. На лестницу. А там что потом? А там... Не... Потом ему дадут шип, и ты просто пойдешь дальше бить трэш. Все, давайте на бафту пул. Не убейте Дарнована только, пожалуйста. Миша, давай добавим пул. Все ждут, кроме мага, Роги и кота. Миша, ты на боссе. 4, 3, 2, 1, фул. Бля, опять ебаный ДБМ сломался. Сука. Вот Дарнован вышел. Пейте в трэш. Маг, шипай Дарнована. Маг. Из лужи вышли. Егор, ты Дарнована сорвал. Ну зачем? Все, на лестнице же. Все, отлично, бейте босс. Так, иди бей босс. Мак, еще что тут придем. Под боссом уже. Идите, мильки. Скоро трэш будет. Мак, там скоро опять шибить нужно будет. Стопнули по боссу, все в трэш свищены. Босса переведете, потом... Точнее, трэш убьете, потом босса переводите. Лужа, Ретрик, выходи. Все, переводите босса. Ладно, следующий каст кикните, я нечаянно этот пытался кикнуть. А, вы видите? Я веду, она просто кастует. Дамаг, тут вообще насрать, типа, тебя не убьет дух. Да, нас хватает, нормально. Егор, сейчас по локу боб, скорее всего, давать будешь. Дух в мелизоне есть еще. На все воля, господи.
Сейчас пошлите квест дадим. Ебать, тапки вкусные. Они тебе реально нужны? Ну да, блин. Они лучше, чем по 5. Ну я могу тебе их сразу отдать, потому что сова ролит на танка. Они все равно бесполезные, на сову их сова не одевает. Если сова одевается в касту, то сова дурачок. Мне упало 750 УД. Пустой слово. Это я добью. О, козула. Классная понежка, блять. Ну дай тапки, Саша, сова не нужны. Сова ж тебе точно не нужны? Её сова на хаст не одевается. Сюда, ебать. Кому в игру упало? Мне. ГЦ. Бля. А сколько она стоит? Она 60, что ли. Бля, там 6 островов, по-моему, лучше, да, все равно. Ну это чисто слабить. Для холи пау, для хилов чисто. Там еще кому-то упало хладное око ребра, да. Это холи пау, рестардроид одевает эти офсеты, если через 4-9 играть. Там крит надо набирать. Этот трэш пропускайте. Этот трэш пропускайте просто. Сейчас. Смотри. Тогда и команду сам что-то не пишешь. А, два плюсика в пушке. Маг. Маг МК на сову дашь? Потому что этот крит в эвоку нихуя не дает. Тем более он дестрик. Маг в левую, рога в правую. Поставите шкаф на корабле, кота сманите вместе с холи падлой. На этом корабле ретрик, а Нисосту врубишь, потанчишь трэш. Вместе с ретриком останется, чё, с хант останешься, бьёшь трэш тут. Все остальные рюкзаки взяли, будем летать. Нет-нет, ретрик тут, ты перелетаешь. Кольцо, кстати, давай сразу сюда. Есть кого-нибудь в рейде ювелирку? А что тебе надо? Ну я тапки бы напялил, они плюс 30 центы выигрывают. Плюс 30 центы? У них хосты на 20 больше, чем у моих. Там, и меня там пока будет плюс. Все ранцы одели, проверьте. А нет, Миша, зря. Мне все равно с ретрика продавать надо. А что, повторите, кто куда, как и что делать? Ты, это ретрик говорит, да? Да. Ты врубаешь неистовство, танчишь трэш на нашем корабле просто. Хорошо, хорошо. И вместе с тобой остается хант. Пушки до 90 копим, разряжаем. Как я перелечу, так все перелетают. Все, давайте готовность. Ну там кулак ребят, там коту, блин. Хант и ретрик можете ранцы даже не брать. Вдруг пригодятся. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом Лактарагар. Туда прыгните, прям можете там оставаться. Ну и такой Эршам прям глаз радует, блядь, собираются полупокеры всякие. А чё у меня там? А чё там Эршам? Нормально одет. Что-то фулхас, короче. Да блять, я бы эти тапки тоже взял бы, у меня там тапки с критом, сука, без хосты какие-то обоссаны. А чё ты не сказал-то? А чё, одел уже? Нет, просто я спрашивал никому, типа не надо, я холи палу отдаю. Да, я просто посмотрел, у него там кольчуга, вот такие кольчужные я тоже бы взял, но эти крест хостовые тоже не против, типа.
Егор, пока не сакети. А то ну, я крафтил. Прям, прям сейчас ролл на них выкинуть. Ну давай накинем. Блять, где у меня ролл? Ой. О, ГЦ получается. Прилетели. Что-то всё. Я спал, а щит боюсь уже в роли. Все, теперь тут оставайтесь. Миша, чё ты бьёшь этих колдунов? Ружейников бей лучше. Вот колдун вышел. Чё, на нём 15 атаков, а он всекает по 11к. Слабак. Чё? Слабак. Ну, типа да. Ебая, на самом деле я сколько времени ссылка тоже не танчу. Колдун вышел, убивайте. Куда ты улетел, трэш? А, нет, ты не улетел. Все, извини. Как оно под клеем, нормально? Нормально. Ты можете не улетать. Только сундук не открывайте, никто вообще не подходите к сундуку. Забивайте быстрее. Миш, не вставай пока. Мак, лок, сова, хант, пьют трэш. Тут в одно танка? Да, да. Миша, вставай. Давай, прыгай быстрее. Дайте по нему там фулл баф, если что, я уже запустил. Нортра, выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Это только что... Присоединись ко мне. Рыбку обновите себе, маг. Эршам. И вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля лича. Погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов. Я сильнее и могущественнее, чем ты можешь представить. Мы
Мы назвали его Дранош. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Вот реально, Миш, тебе Т4 ноги добавить, кольцо с Карагер и все. Ну реально, типа, уже готов дебошить. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Вот куда он побежал? Да он ебанутый. Да он не первый раз так бегает тут. А где Гера, шаман? Тут как бы с пола Гера дается еще. Что-то я желательно по КД не хожу шаманом, так что. Трэш-свичите, кого назначал? В трэш больше дайте, хант, лок, маг, сова. Трэш. Трэш. Сова, у тебя эрдру спек есть? Так, заранее чуть-чуть. Есть у меня ведро. Ну ладно, скорее всего придется спекнуться. Заебись шея. Хороним тебя, как подобает. Чё заебись шея, у тебя же с острова. Мне, я бы я на Лестердуида взял бы, а то у меня шея с духом, блять. Я ж тебе есть четыре... Т9 играю, мне надо офсет набивать с кайтом. Блять, никто портал не активировал, ни один разбойник. Сейчас я. Че пробуйте? Вот это да! Телепорт работает! Ну пошли, трэш. Хант кипер мало. Очень мало хант. Тебя ретрик передамажит. Да он от трэша прыгал, блядь. Так что. Он еще ММ, он ММ тут хуёво дамажит, как у комбо-троги. Если бы на трэш хуй забил, было бы повеселее, наверное. Почему комбо-троги нормально дамажат? Ну, по сравнению с остальными классами, они дамажат меньше.
Намного. Я бы вообще, блядь, если здесь можно было бы, нахуй, я тут в сабе бы играл. Блядь, Т4 контент такой. Тут у Милика основная проблема. Это неработоспособность на большинстве боссов хитбокса. Нет, тут мутик, в принципе, побольше даст в любом случае. Тут мутик, он... Мутик или швота дает, блядь. Тут мутик чпиряпан и пиздец. Тут два куска на 4, блядь. Минуточку внимания, блядь. Два паладина умеющие здесь, спасибо. За мутика два куска Т4 дают почти, короче, 5к ДПСа. Это я там даётся, да, в двух кусках? Да, я типа шарю, типа, ну, блядь, мне просто вообще неохота, если честно, играть, блядь, в комбате. А, ты с меня, хуйня? Да, мультики прискушки. Комбат тоже, блядь, нихуя не весело, скажу так. Ну, в комбате кушки, хотя бы мясорубку обновлять надо. Ой, блядь. Понял. Ну вот у меня рог. Я привык в сабе вообще играть, мне вообще заебись в сабе. У меня рог, блядь, в двух спеках. И вот мутик дает, чем комбат, намного больше. Мутик всегда будет больше давать. Нет. Тут да. Не работает руба и кремсай. И плюс блять. У мутика пряпан на 4. Тут у рубай крем... Руби кремсай, а не рубай. Ну... Рубай картофель. Без разницы. Да, у него эффективность силы 2,5%, когда она должна быть 5%. Давайте, короче, уже бить. Ну, чем стоим? Танк бежит. О, нихуя. Кто выиграет, тот обезьяна. Ой, пизди. Чистокровный рангутан. Ля, да поверни его просто сюда, поставь. Вот где. И все, заебись. А тут за трэш, короче, словушек дают, короче, типа эту репу. Да. Угу. Чё, давай тогда пофармим. Да, не снимай. Блять, репа ноги. Под танка все встань. Это Холи Пал, можешь поставить ауру, пожалуйста, как на... Как это вонючка, Саша? Может, так и поставить? Поставить на антипушбэк, как она называется, я не знаю. Кастерская аура, короче. Так она... А, Райзрик, а зачем ты вторую ауру поставил? Всё, спасибо. Чё, налево? Слева, давай. Стан.
чё, какую вторую ауру? Соседу. Тьму поставь. Извините, кто-нибудь справа ловушку. Робот, это твоя справа? Это слева моя. Ну, справа вы кто-нибудь бегаете? Справа бегали. Справа не бегали. Вправо друид в коте активировал. Не, я вроде... Вот сейчас слева он активировал. Ну, мне казалось, что я вам что-то. Ладно, не сейчас все стоим под боссом просто. С пула Геру. Соло танк убиваем. Тут же ренджунов набрать, не? Мужика. Ну, зачем? Вы метки поймаете, наберете ренджу просто. После двух первых сфер. Егор, на тебе темные? На Редрике. Редрика, дай Холи Палу темную ауру. И возьми тебе еще. Все стоим под боссом просто. На тем, как сферы начну дамажить. Ждите, когда вас прохилит, тогда выходите. Егор, с тебя сакра и мастер аур. Давайте на баф на пол. Ренджу набирайте 8 метров, чтобы не заблевать друг друга. Все прям под босса. Давайте, давай добавим пол, Миш. Хан, под босса встаньте. 5, 4, 3, 2, 1. А Гера-то сразу должна была, нет? Шаман. Лучше напоминайте, я не привык к шаман. Да, бля, я уже второй раз бурс проебываю просто в анале. Не, ну просто анонсится перед началом. Под босса все встаньте, под босса там сферы. Все, Егор, давай. Да зачем ты уходишь, Хан? Сейчас дебаф повесится. Все, разбегайтесь, ренджу набирайте. Егор, тоже уходи с под босса. А, точно, ты же вообще не под босса. Шам заболевал. Все, стойте, ничего сносить не надо. Сова и Хантер, ничего наберите. Хан блюет. Спасибо. Угу. Гор, не забудь бабл только нажать, пожалуйста. Осторожный, не такое уж оно и обычное.
Духлопуз, ты всегда был моим любимчиком, как и гниломор. Такая залупа падает, блять. Что оставил столько газа, я его даже чувствую. Редрик, спекайся в подпал. Я отойду пока 2 секунды, Егор, объясни, пожалуйста, людям тактику. И протопал, ты будешь на слизнях. Видите, следователя, подойдем и объясним. Протопал, ты умеешь слизни водить? Да. Стоим, короче, во фрейме босса. Вам маленький фрейм, он не достает пилотами своих коров, и не стоит. Не всегда идеально, но водил. Пойдет. Не могу это выпить. Еще вся тактика. Я надеюсь, он до брызгов-то не дает. Ты просто слизней с водителя в танк его забирает и водит по кругу и все. Ну это понятно, что водить у них агро то отлепляется, то прилепляется. Ну там главное, чтобы типа, блять, просто как ты ходил там с пугами, они, блять, вообще там через рейд водили, пиздец. Видите, короче, у босса маленький, вы в него стоять и все. Не, ну он не через рейд, конечно, вожу, но... Ну там прям пиздец был, я блядь, не натерпелся. Просто на нем надо набрать агро и все. Да. И как типа вот с этим чадиком лужи падает, короче, лужи к ним стоять и все. Ты рассказал, нет? Угу. Подпал кулак, дай. Найдем до брызгов, я надеюсь. Кому кулак? Чё по холи пало? По ханту кулак, дай. Это не я, бафа.